пространство интеллектуального танца. Именно так называют в кулуарах фестиваль «Своя тема». Уже четвертый год подряд в конце осени лучшие танцевальные школы не только Москвы и Подмосковья, но и Рязани, Саратова, Ярославля встречаются в нашем городе, чтобы продемонстрировать свои способности в таких направлениях танца, как модерн, джаз, контемпорари. Каждая поставленная танцевальная композиция – это отдельная история со своей драматургией. У каждого танца, абсолютно у каждого танца есть своя история, и она прорабатывается автором, то есть она закладывается сначала в танцора, а потом уже придумывается хореография. Мое главное выступление – чувствовать музыку и понимать, про что ты танцуешь. Одними из самых ярких представителей фестиваля стали девушки из Ярославля, коллектив под названием «Босиком». Танцоры рассказывают, что такое необычное название только с виду имеет простой смысл, а на самом деле в нем заложен глубокий замысел. Через босые ноги танцоры, соприкасаясь с площадкой, создают буквально единое целое, демонстрируя пластику движений, закладывая в каждый номер смысл. Для танцоров это отражение свободы. Номер «Время» называется. Мы говорим о настоящем, о прошлом и будущем. Это очень актуальная тема и для нас, и мне кажется, вообще, в принципе, вечная тема. И мы хотим найти гармонию между тем, чтобы все-таки жить настоящим, но думать о том, чтобы у нас было счастливое будущее и сохранять прекрасные воспоминания о прошлом, но не жить в прошлом. Поэтому мы вечно, весь танец пытались найти вот это равновесие. Судьям предстояло выбрать победителя, опираясь на такие критерии, как композиция номера, оригинальный замысел, соответствие стилю и сценическое мастерство. Светлана Вакуленко из Санкт-Петербурга входит в состав жюри уже не первый год. Каждый раз она открывает для себя новые коллективы и новые оригинальные выступления. Для меня всегда важен поиск. Для меня важна тема. Для меня важно, как, ну, насколько она затрагивает непосредственно самих исполнителей, и как это все решено, и, конечно, интересные идеи. Может быть, там могут быть, конечно, технические огрехи, но для меня, когда присутствует тема интересной балетмейстерской работы, это гораздо важнее, потому что техника, она, ну, нарабатывается. То есть техника – это такое дело наживное, а когда ты видишь, что действительно работает одаренный хореограф, одаренные дети, которые чувствуют и не боятся сцену, это всегда приятно. В этом году наш город представили коллективы «Ирис» и «Шарм». Воспитанники Ирины Семеновой, народный коллектив современного танца «Ирис», представил на суд жюри и зрителей постановку «Эхо», в которой главная героиня Виктория Макеева оказывается посреди гор, где начинает играть с эхом. Девушки стали лауреатами второй степени. Наверное, танцы для меня – это больше, чем просто жизнь. Это даже не объяснить словами. Это вот идет из души. Это то, что вот... Ну вот как-то внутреннее такое прекрасное ощущение. Танцы – это прежде всего наслаждение. Когда ты танцуешь, ты отпускаешь все свои эмоции, какие бы ни были, положительные, отрицательные, и в конце у тебя остаются только положительные. Помимо соревновательного процесса, для участников фестиваля традиционно были организованы мастер-классы, на которых конкурсанты смогли познакомиться поближе и пообщаться. Особый акцент в этом году был сделан на юных танцоров. У них прошел свой обучающий тренинг. Удалось пообщаться и руководителям коллективов между собой, а обсудить было что. В России современные сценические танцы только начинают покорять большую сцену. У нас в формате фестиваля существует так называемый круглый стол или разбор полетов для руководителей. Они беседуют с членами жюри. Я считаю, что это один из самых важных аспектов фестиваля, когда можно получить обратную связь от компетентных людей. И в этом году это состоялось, и, насколько я знаю, все прошло очень позитивно настроено. Хорошо. Через танец артисты смогли передать такие чувства, как любовь, боль, радость, счастье и трагедия. Выступающие буквально ломают обычные стандарты танца. Здесь главная точность пластического выражения мысли и эмоции. Сценическая площадка выступила настоящим котлом, в котором все смешалось. Стили, культура, направления, театр, музыка, свет. Пластичные движения танцоров завораживали и заставляли замирать. А неожиданные танцевальные ходы буквально перехватывали дыхание, вынуждая сердце биться чаще. Максим Морозов, Александр Тестов, новости Лыткарино.